45 глава книги пророка Исаии. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака да проливают правду. Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастет вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, Святой Израиля и Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так, говорит Господь, труды египтян и торговля ефиоплян и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут, и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог, и нет иного Бога. Истинно ты, Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель. Все они будут постыжены и посрамлены. Вместе с ними со стыдом пойдут и все, делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Не тайно я говорил, не в темном месте земли. Не говорил я племени Иакова, напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов. Невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает. Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня». Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. Мною клянусь, из уст моих исходит правда,
слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык. Только у Господа будут говорить о мне правда и сила, к Нему придут и устыдятся все враждовавшие против Него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево.